Всем привет. Короче, зацените, что я нашел в магазине приложения к Ubuntu совершенно случайно. Пайблуна называется Cool Retro Term. И это действительно Cool Retro Term. Вообще без всякого базара. Просто офигительная вещь. Просто зацените вообще. Здесь можно, конечно, порыться в настройках. А можно далеко не ходить. Философский Эмбер Гаин Эппла. Короче, они почти все крутые, но, конечно, дефолт Эмбер вообще самый классный. Монохром Гаин вообще отличный. Короче, эти профили очень круто смотрятся. Тут можно настроить все эти волшебные эффекты, которые происходят на экране. Можно подкрутить яркость, контрастность. А что вам показывают терминал без терминала? Короче, склифосовский. Это же офигительно. Да, давайте еще раз посмотрим на презеты. Вот это один цвет. Вот, ну даже футуристик прикольный, в общем-то, если с цветами. Это просто огонь. И Эмбер просто супер классный. И монохром Гаин, жаль, что он вот именно монохром, вообще без варианта. Я даже уже не знаю, футуристик тоже крутой. Короче, очень классная штука. Я просто залип вообще. Спасибо за внимание. Всем пока.